Самаре продолжается регистрация прав на ранее учтенные объекты недвижимости. К таковым относятся дома, квартиры, земельные участки, оформленные до 31 января 1998 года. Сейчас Управление Росреестра и органы власти выявляют собственников такой недвижимости и приглашают на регистрацию. Оформление прав обеспечит защиту законных интересов, а также снизит потенциальные риски споров с соседями и органами власти. Данные сведения защищают собственника объекта недвижимости от незаконного изъятия либо мошеннических действий. Вместе с тем, при необходимости отчуждения объекта недвижимости должна быть проведена государственная регистрация. Ну, например, собственнику необходимо продать принадлежащий ему земельный участок или квартиру, а сведений об этом нет в реестре недвижимости. При этом у него на руках имеются старые документы, выданные до 1998 года, до создания системы регистрации на территории Самарской области. Сделка может затянуться, либо совсем сорваться. Поэтому прежде чем отчудить объект недвижимости, собственник должен его внести или зарегистрировать право собственности. Чтобы местным жителям было еще удобнее, их приглашают пройти процедуру оформления документов в здании районной администрации. Александр Лисовский много лет проживает в квартире на проспекте Ленина. О том, что документы устарели и нужно пройти перерегистрацию, ни он, ни семья не знали. Ехать в Росреестр или МФЦ не пришлось. Александра пригласили в местную администрацию недалеко от дома. У нас какие-то были всякие разные документы. Ну и лежали. А если вот нам не обратились, мы бы, наверное, не пришли бы. Нам сначала пришло уведомление по почте, что нужно поменять документы на квартиру. Мы пришли с документами, нас приняли документы, потом нам позвонили домой, когда прийти, какое время, какое число. И там был представитель потом с МФЦ еще девушка. И нам четко все оформили. Осталось только сейчас съездить, забрать документы с МФЦ. Пилотный проект по приглашению жителей на выездную регистрацию реализовали в Октябрьском районе. Практика продолжится и в других районных администрациях. Мы рекомендуем тем гражданам, у кого до сих пор еще лежат старые документы, необходимо срочно их найти, прийти с ними к нам в администрацию и провести процедуру регистрации своей недвижимости. Если не провести процедуру регистрации объекта, он может быть признан бесхозяином с последующей передачей в муниципальную собственность. Самарская область входит в пятерку лидеров Приволжского федерального округа. По результатам проведенных мероприятий по состоянию на 1 октября актуализировано более 58 тысяч объектов. На основании решений органов местного самоуправления в реестр недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях 4185 ранее учтенных объектов недвижимости. Более 54 тысяч ранее учтенных объектов сняли с кадастрового учета. Кроме того, более 29 тысяч ранее возникших прав зарегистрировали по инициативе владельцев объектов недвижимости на основании акта осмотра. Таким образом, отработано 68% всего запланированного объема. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.